Всем привет! Я Скиф, это Oxygen Not Included. Продолжаем играть, продолжаем развивать как-то Chill City. Играю я с модами, ссылочка на моды есть в описании. И в прошлом видео я задавал несложный вопрос, и в общем-то было много вариантов ответов. Выбрал я по-прежнему два. Несложно догадаться по Екатерине, которая здесь крутит колесо. Ну и еще где-то бегает поручик. Вот эти вот комментарии, кстати, я выбрал. Да. Ну и продолжаем. У нас тут масса дел по-прежнему. Во-первых, это энергия. Нам нужна энергия. Нам надо, чтобы перестали крутить вот это долбанное колесо, дублики. Ну а во-вторых, нужно производство кислорода. То есть так называемая лидерка. Благо, воды у нас тут как бы много на первых порах. Ну и на вторых порах мы можем воронку холодного пара освоить. Здесь есть гейзер с соленой водой. Возможно, еще что-то где-то найдем, посмотрим. Ну и еще вот отсюда еще энергию как бы брать будем, но чуть позже. Сюда тут прокапывать надо как бы аккуратненько. Ну и давай посмотрим, что нам там предлагает игра на выбор. Хочу ли я еще восьмого дублика? Наверное, пока что нет. И яйцевирков я брать тоже не буду. Ни к чему они мне. Здесь подрубаем умную батарейку. Благо у меня обработанного металла набралось на батареечку. Так, сколько уж там еще есть немножко, да? И, надеюсь, на автоматику хватит. Нам все это надо между собой теперь подсоединить, чтобы у нас угольные генераторы просто в никуда не работали. Здесь снизу будут батарейки, кстати, да? Желательно, ну, пока обычные. И золото в идеале, но что-то золота не так много, поэтому медь, меди много. Просто, чтобы был такой буфер некий. Ну и, в принципе, их может довольно много сделать. Что нам стоит? Пусть будут. Ну и, соответственно, как-то это все между собой соединить. Каким-то вот таким вот образом. Опаньки. Ну а трансформаторы будут здесь у нас располагаться. И отсюда будут кабели. Как-то прокинутые туда вверх. Единственное, как-то все организовать. Пока что у меня обычный самый трансформатор. Давай его сделаем из золота даже. Даже вот так с отступом. Не знаю зачем, но пусть будет отступ. Мне кажется, так нужно. Здесь у нас будет опять же вот эта вот прокладочка. Соединять это все дело. Ну и вот как-то так это между собой все будет соединяться. И другие трансформаторы сюда будем подрубать тоже. Таков план и замысел в целом. Ну и все четыре генератора на первых порах, конечно, работать не будут. Сейчас парочку подрублю. У меня не такие большие энергозатраты на данный момент. О, у меня был коварный план посадить ветви дерева. Мне же там семена предлагали на выборы. Кстати, в комментариях об этом писали. Чтобы от загрязненной воды избавляться. Но на данный момент его тупо нету. Но есть, наверное, камыш, может быть. Хотя я его тоже не вижу. Семя тростниковика тоже отсутствует. What the fuck? Ну надо так-то где-то что-то добыть каким-то образом. Докопаться где-нибудь. Потому что загрязненную воду таким образом утилизировать будет вполне себе комфортно. Только непонятно, где это все найти. Что-то как-то рядом нету. Там вот есть, допустим, тростниковик. Там ниже есть тростниковик, но там вода. Короче, ладно, надеюсь, найду где-нибудь. Может быть, опять же, на печатный станок имеет смысл понадеяться. Но хотя... мучают меня смутные сомнения. Так, а угля у нас, кстати, 47 тонн. Это клево. Заработали, наконец-то, угольные генераторы. Трансформатор один уже имеется. Здесь я убрал колесо. И какая у нас еще в целом нагрузка на сеть? Ну, пока что не особо большая. И, в принципе, мы сюда еще что-нибудь можем подрубить. И хочу серфом, кстати, чтобы дублики занимались. Но это где-то надо придумать, где они этим делом будут заниматься. По идее, вот она вода. Может, от воды куда недалеко разместить что-нибудь где-нибудь, как-нибудь придумать. Может, вот эту комнату как-то освоить. То есть там надо будет, чтобы вода поступала. Плюс слив тут же где-то организовать. Прям вниз. Слушай, хотя тут прям вниз, наверное, вряд ли получится. Хотя, может, и получится. Ну, надо подумать. Мне кажется, нормальная история. Чё там серф? Штуки... Сколько там? 480 ватт? Блин. Ну, на 1000 ватт, соответственно, 2 могу воткнуть. Хотя бы 2.
Ну, надо быстрее заниматься, как бы переходить на выплавку металла нормальную. Тут вода, в принципе, достаточно прохладна. Чао. Тупо, мать ее, классика. Как тебя туда занесло? Так, держись. Фу, нормально. Нормально. Надо выплавкой металла, да, заниматься. И, возможно, где-то вот здесь ее стоит сделать. Потому что водица есть, эту водицу можно будет погонять по кругу. Это, в принципе, тактика. И какой-то металл по первости выплавить. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Ну, давай, наверное, этим и займемся. Вот так вот немножечко сюда углубиться аккуратненько. И организовать выплавку. Потому что вода есть, как я уже сказал. Грех этим не пользоваться. Тем более энергия тоже есть. Еще тогда придется парочку угольных генераторов подрубить. Если что, еще сюда можем воткнуть парочку. Делаю планировочку под лизерку. Пора бы, пора бы. Thanks. Ну, супер простую лизерку делаю. Мне что-то понравился. Это простой вариант. Без всяких гидр, не надо про них писать. Знаю. Использовать не планирую. Вполне себе простой лизерки нам за глаза. Тут два электролизера, соответственно, будет два насоса, которые будут выкачивать водород где-нибудь куда-нибудь сюда. Сейчас кто-нибудь же себя застроит. Стопудово. Надо следить. Это же дублики, они не могут иначе. И здесь надо, чтобы тоже потихонечку расчищали. Плюс я им тут навыки периодически подраскидываю. Здесь уже тренированные в экзокостюмах, и надо вот в мехатронную инженерию пройтись к 100. Можно было сюда, наверное, не идти, сюда сразу прокидывать, чтобы можно было автоматикой прям по полной заниматься, да? Дизайнер у нас, кстати, элитный и есть. На тебе костюмчик. Екатерина у нас элитный повар, между делом. А поручик кто у нас? Чем он там? Ага, земледелец, кстати, тоже элитный. А, уже с нужной шапкой, да? И я ему тоже пошел в костюмы, потому что надо. Ну и надо моральный дух тоже приподнимать. Поэтому будем делать комнату с отдыхом. Здесь вроде бы место подрасчистили. Здесь как-то надо, наверное, лестницу пониже опустить, чтобы комфортно было взаимодействовать вообще со всем с этим. Вот так вот это все поснести. Вот это нафиг. Глаза мозолит, перфекционисты негодуют, надо все это поубирать. Ну и надо сделать то, чего многие не понимают, просто поставить кучу складских отсеков. Да, опять же, ремарка, я в курсе про бесконечную возможность складирования ресурсов в одной клетке, но не буду опять же этим пользоваться, потому что... ну там масса причин, блин. В частности, это может негативным образом сказаться на производительности игры, поэтому нет. Да и нет такой супер прям острой необходимости в одну клетку напихивать. Пускай здесь будут склады. Ну и склады будут еще в других местах. Почему бы здесь их не сделать? Приоритет тут пока что на Екатерина. Что за попыточки? Что за попыточки? Так, ломай. И выбирайся. В смысле? Белина. Ладно. Спасать так спасать. Давай так. Выбирайся. О, все, спасли. Насильно, но что поделать. Иначе дубликов не спасти. Тяга к суициду, она слишком велика. Удивительно, но никто ничем не болеет. Хотя да, едим мы не самую лучшую еду. И надо бы уже задумываться о более какой-то клевой пище. Но посмотрим. Так, исследования там какие-то очередные завершены. А, ну здесь мы продвигаемся. Я по порядку, потихоньку, помаленьку все изучаю. Сауна тут, кстати, есть. Но сауну делать я, наверное, не буду. В ближайшем, по крайней мере, будущем. И касаемо разведки. Здесь пар. Загрязненная, правда, вода. Но, по идее, там должен быть какой-то гейзер. Ну, очевидно, да? И тут еще золотые сплавы есть. Поэтому неплохо было бы, наверное, сюда еще углубиться в разведывательных целях. Правда, дышать нифига нечем. Ну ладно, потихонечку углубляться. Либо откуда здесь пар? Непонятно. Хотя тут вон обсидиан.
температурой в 1200 градусов. Может быть, там где-то что-то с чем-то соприкасается, и отсюда идет нагрев. Ну да посмотрим. Пока что тут масса дел, и это все дублики дел. Просто порадоваться, спонтанно и выбросить все, что есть в руках. Дубли, такие дубли. Ну и тут, походу, нет никакого гейзера, это просто пар, да, от того, что тут где-то высокие температуры есть. Там тоже пар. Ну, допустим, допустим. Жалко, но ладно, бывает. Я тут что подумал? Можно же еще вот чем воспользоваться. О, кстати. Газировочкой, да. У нас же газировка есть. И пока что это, наверное, даже проще будет реализовать. Хотя, блин, за раз тоже 480 ватт требует. Но у газировки какой есть еще прикольный баф? Это наука плюс один. А наука позволит дубликам быстрее изучать все на свете. Что круто. Ну и, в принципе, плюс моральный дух. Поэтому да, наверное, будем именно что промышлять газировочкой. Тогда здесь придется внести некие коррективы пока что. Так вот сделать. И сколько-то поставить автоматов с газировкой, да, по 480 ватт. Ну, штуки 3, наверное. Штуки 3. Раз, два, три. Так, как, что там надо для комнаты? Для развлечений, строение для отдыха, промышленность. Так, предмет декора. Какие-нибудь предметы декора сюда еще надо разместить. И запитать это все энергией. Но, соответственно, нам потребуется более продвинутый трансформатор. Не такой унылый. Поставим 2-киловаттный. Куда-нибудь сюда. Либо сюда вообще его с краю воткнуть. В принципе, никто ж не запрещает. Можно сюда поставить. Тогда тут развилки мутить. Ладно, пускай будет один трансформатор вот здесь вот с краю. Почему нет? К нему тогда провод подтянем. Оп. Отсюда запитаем их. Плюс надо запитать насос, который позволит это все дело снабжать водой. Ну и помимо воды сюда нужно еще, чтобы поступал углекислый газ в бутылочках. Его мы будем где-то здесь собирать, я так подозреваю. Но так-то за те, по-моему, должна себя купить. И в плане мебели, что я могу там поставить? Могу металлические глыбы, кстати. А, блин, обработанный металл. Ладно, его не так много. Забыли. Давай хотя бы гранитную обычную статую из гранита. Промеж, да, хотя бы вот так парочку. Там дальше еще что-нибудь придумаем. Главное, чтобы у нас... Подожди, приоритеты. Кто у нас там в декор умеет? Вот ровно один дублик. Пускай вот он и занимается. Что-то многовато здесь загрязненного кислорода копится. Неплохо было бы, наверное, от него избавляться. Ну и вообще конвертировать его в незагрязненный кислород. Что неплохой идеей является. Ну, давай здесь поставим дезодораторов. Пусть работают. Почему бы и нет. Так, ну и, соответственно, обслуживание. Приоритет повысим, чтобы дублики бегали и снабжали их песком. Это важно. Вот уже потихонечку становится опасно продолжать дальше снабжать и развивать их навыки, да? Поэтому Деван еще пока норм, конечно. Там строитель. Можно сюда, в переноску. Это важно, потому что скоро костюмы, ну как скоро, когда-нибудь. Здесь уже комната, да, нормально. Комната для развлечений, единственное. Насос этот мы еще строим, делаем. Проводочку почти подтянули. У меня не столь много обработанного металла. Ну, допустим. И углекислый газ надо где-то забирать, как-то его бутилизировать. Поэтому сделаем, наверное, супер просто. Вот прям здесь. Вот прям здесь. Рядом наполнитель. Бутилизируйте. И снабдим все это энергией. И нормас должно работать. И все, будут пить газировочку и умнеть. Получать плюс к науке. Ну-ка, углекислый газ. Заряжай! Опа. Фонтаны газировки должны заработать. Я так понимаю. Что у нас вообще по расписанию? Давай чуть-чуть перерывы накинем, чтобы было время попить газировки, да?
Все вроде бы заряжено. Теперь вечером они должны перед сном. Блин, а баф на сколько вешается? Может, имеет смысл с утра как-то им пить газировку? Ладно, посмотрим. Кстати, совсем забыл копателям еды какой-нибудь сделать. Нужны кормушки в таком случае. И кормушек им, наверное, много надо. Примерно столько поставим и что-нибудь туда накидаем, чтобы они нормально себя комфортно чувствовали. Здесь я подрубил третий генератор, который что-то никак не заправят. Ну блин, нужна автоматика. Пока что не могут они это дело организовать. Так, вечер. Ну-ка, покушайте газировку. Кто-нибудь пить будет нынче? Не, сегодня вообще как бы, да? Время вроде бы есть. О! Кто-то успевает попить газировку. Поручик, Мип и Гарольд. Окей. Неплохо. Но бонус, мне кажется, на сутки должен быть, как минимум. Надо будет посмотреть. Ну и раз подачу воды организовал. Какую-никакую, да? Можно эту воду загнать сюда. Выгодным для нас образом. Так, почему-то вот здесь вот никак не доделают. Давай вот это доделаем. И здесь у меня будет, скорее всего, стоять что-нибудь, куда вода будет заливаться. Тем более, что резервуар на 80 тонн как бы нормально. А с него уже там куда-нибудь будем транспортировать. Может даже парочку, наверное, резервуаров поставить. Прям несколько. И вообще, в принципе, ничего пока не ставить дополнительно. Ну да ладно. Хотя нет, жди. А зачем мне столько резервуаров? Мне одного будет достаточно. Это излишки будут туда уходить. То есть тут надо сначала продумать, как это все сделать. Потому что под излишки, в принципе, одного хватит. Тут потому что будет стоять кто? Кто-то будет стоять. Того, кого нет, походу. Ну-ка, в исследованиях посмотреть. Да, у меня нету. Фильтр для воды нужен. Соответственно, необходимо изучить. Нифига себе, мне тут еще и золотого сплава подгоняют. Я не против. 2000 килограмм сойдет. У меня там еще грибочки есть. И может быть начинать уже как-то под грибочки планировать местность. Типа слизь всякая есть. Тут где-нибудь грибочки бахнуть. Вот это все как-то слить. Но надо быть аккуратным. Ну ладно, блин, я что-то все планирую, но как бы все успеть одновременно невозможно. Как не хотелось бы. Копатели. Вот вас надо чем-то кормить. Обычные копатели, так, чтобы никто из вас не вывелся. Чего у нас много, чего, ну, чем могу я тут спокойно жертвовать? Песчаник, наверное. Необработанный минерал, песчаник. Да, песчаника, в принципе, в достатке. Поэтому можно спокойненько его скармливать. Песчаник. Ну, все это будем делать на автоматике. Пока что надо просто, чтобы загрузили. Исследование, кстати, произведено. Фильтр для воды доступен. Наверное, вот так, на небольшом отступе разместим. А теперь можно как-то и трубы спланировать, потому что пора подрубать эти туалеты и, собственно, душ. Получается какая-то такая история. Отсюда у нас вода идет сюда, подается. Там дальше еще будет, да, куда-то подаваться. Расходится вот по этим, ну, зальется она отсюда вообще в систему, потом будет только отсюда идти. Так, ну и... Блин. А, слив у нас отсюда идет. То есть сюда вода подается снизу, отсюда она выходит и идет туда. Каким-то образом. Опа, магматическая порода. Такс. И пошла вниз. Вот так. 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 Приходит сюда. Идет туда. Если что, если лишек у нас тут копится, мы его потом куда-нибудь денем. Вроде бы все правильно. Отсюда мы просто воду в систему зальем аккуратненько. По идее, все учел. Как это обычно бывает, может быть и не все, конечно. Ну-ка, дублики, айда пить газировку. Ну и надо отсюда лишние газы убирать. Ну и надо ставить, кстати... Господи, уничтожение углекислого газа. Мы, конечно, по чуть-чуть его используем для создания газировки. Но очень по чуть-чуть. И аппаратов надо бы, наверное, побольше. Вон Волтер и Екатерина. Все заряжаются газировочкой. И становятся умнее.
Я тут заметил, что не так много вариантов статуй, да? Гениальные вот эти всякие скульптуры, но тут какой-то задумчивый мальчик, мальчик-атлет какой-нибудь, писающего тут, по-моему, не было. И я вспомнил, что у нас еще не все дублики названы, их всего 4, пока еще 3 свободных имя, но выберу я, как обычно, 2. 2 варианта ответов на пока что не заданный вопрос для того, чтобы назвать дубликов. А вопрос очень прост. Предложите свой вариант скульптуры. Ну, варианта скульптуры, а-ля там писающий мальчик или что-то в этом духе. Возможно, более креативные некие варианты. То есть, просто вариант для скульптуры. Потому что их тут реально мало. Опа, синхронно пьют газировку. Просто синхронно. Как репетировали. Так, Екатерина, беги спать. Все нормально. Да, ну как нормально. Углекислого газа все больше. Надо что-то с этим делать. В какой-то веке еды подкинули, кстати. Ну-ка. Грибочки, это неплохо. Тем более, что я пока что едой так и не занялся. Продолжаем вести исследование всего того, что не исследовано. Ну, к примеру, вот это вот исследуем. Почему нет? Пусть будет. Так, что-то они тут растаскивают по складским отсекам. Я тут уборку назначил, между делом они ей занимаются. Трубы потихонечку тоже достраиваются. Это все дело подключил. Водицу подать можно. Тут осталась ерунда доделать. И можно будет запускать туалеты, в общем-то. Тут, наверное, пока что можно убрать. Разрушить. Чтоб отсюда водица пошла, да? А там уже... подрубим. Такс. И сюда. Тем более, что у нас есть буфер в виде резервуара для жидкостей. Пора запускать туалет, это все нафиг сносить. Тем более, что он генерит тут загрязненный воздух, да, за счет того, что тут загрязненная вода, загрязненная земля. Ну, земля это не так страшно. А вот все остальное неприятненько. Такс, пошла водиться. Ну и потом мы будем все это еще переделывать таким образом, чтобы они просыпались и спускались сюда именно. Но пока что достаточно того, чтобы они хотя бы сейчас начали пользоваться уже продвинутыми туалетами. А это все дело нафиг сносим. Не нужно. Опа! Сидят! Блин! Мне надо, чтобы они через руки проходили... Выхода отсюда нельзя. То есть в любом случае им надо мыть руки. С грязными руками заразы побежали. Ладно, по крайней мере пока хотя бы так этот вопрос порешать, да? Теперь спать. Ну и кто-то пойдет, наверное, пить газировочку. Моральный дух в целом достаточно неплох. Он пока что в плюсе, по крайней мере, это уже хорошо. Так, Екатерина, супер рытье. Да, моральный дух, конечно, в притирочку прям. И тут в притирочку. Ну да ладно, надеюсь, газировочки хлебнут и как бы нормально. И надо было, наверное, брать животноводство. Хотя нам нужен дублик отдельный под животноводство. Но для этого надо все-таки кислород подать на базу нормально, да, не с помощью диффузора. Удалось, кстати, найти 7 метров синевика. Ну, то есть раскопать его. Я даже, кстати, не заметил, где они это сделали. Наверное, где-то здесь, что ли. В любом случае, клево. Есть куда утилизировать загрязненную воду, наконец-то. Давай тут приоритет на 8. Нормально, сейчас, значит, загрязненную воду понесут, уже понесли. Все, супер, заливайте. Надо больше загрязненной воды сюда. Всю нафиг отсюда убирайте. Ну, а здесь, соответственно, нам надо циркуляцию кислорода наладить. Поэтому воздухопроницаемые клетки на 6. Так, так, так. Здесь у нас есть циркуляция. Здесь ее не особо как бы много. Слэш вообще нет. Поэтому вот пусть будет. Все нормально. Продолжаю дублики попивать газировочку. Что абсолютно здорово. Ну и туалеты работают. Я отрубил подачу воды. Теперь у нас тут все это зациклено работает. Здесь небольшой даже запасик есть загрязненной воды. Ну и в целом он тут будет копиться в резервуаре. Ну резервуар на 80 тонн, по-моему, это навсегда. То есть, очень надолго, я думаю. Плюс они вот сразу душком пошли, воспользовались.
нормально. Туалетами. Руки моют. Все круто. Продвинутый у нас туалет. А, жди, у нас бонуса нет, потому что тут размер выше, да? Размер клетки 80 клеток. Что как бы многовато. Мне надо... Да, еще и в комментариях на эту тему писали. Поэтому я что могу сделать? Можно еще проницаемые клетки здесь поставить. Чисто ради декора. Либо вот такие воздухопроницаемые. Вот такой вот странный декор. Чтобы ужать. 80, это что, 16 клеток надо убрать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Тут даже чутка лишнего я уберу. Ну да ладно. Зато это будет уже нормальной комнатой, ну, чтобы баф нам был. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.